Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Рассказал Игорь Топчеев и о безопасности горожан в майские праздники. Весь личный состав УМВД переходит на усиленный вариант внесения службы с 1 по 10 число. Для охраны общественного порядка выделят и дополнительные силы. 350-400 человек будут непосредственно работать в местах массового скопления суркутян. Например, первомайское шествие будет оцеплено по всему маршруту. Все любимые места для народных гуляний горожан заранее будут проверены на взрывные устройства. К ночи охрана Сургута усилит. Наружные службы будут усилены, то есть будет увеличена плотность снарядов, которые будут нести непосредственно службу на улице города для обеспечения общественного порядка. Телепроект «Книга жалоб» – первая социально значимая программа в городе. Для тех, кто столкнулся с несправедливостью и беззаконием, кто готов бороться за свои права.